А это ролик, друзья, для нашего правительства, для наших слуг народа. Посмотрите, как в пустыне, в Дубае, заботятся о пожилых людях, родителях с детьми маленькими и инвалидах. Для этого специально от автобуса проложили дорожку прямо к пляжу. Ну да, как старому человеку пройти по песку тяжело. С коляской тяжело, инвалиду тоже проехать практически нереально. Поэтому есть специальный подъезд к морю. Видно, да? Да. Сучок этот на каждый, через каждые, да, 20 метров. И если идет инвалид или идет все, это, должны, ему все предоставляют дорогу. Да. Да. Вот так вот.